«Утопия, спасенная Либуллу» — это первая персональная выставка корейской художницы в Петербургском манеже. Мы очень рады, что именно нам удалось первыми привести ее в Россию, открыть российскому зрителю. Также на выставке произошло своеобразное историческое событие, потому что впервые работа Либуллы представлена рядом с произведениями русского авангарда, которыми она вдохновлялась, в особенности вдохновлялась последние 15 лет. Название выставки «Утопия, спасенная» намеренно ироническое, как вы могли заметить, такое сочетание двух несопоставимых слов, такая амбивалентность, как и во многих названиях Либуллы, потому что Либулла очень часто играет именно с языком, с такими нарративами. Так вот, «Утопия, спасенная в манеже», что это, о чем эта выставка, буквально два слова. На этой выставке представлены как крупноформатные инсталляции Либуллы, как раз-таки последних лет, в которых она как бы создает, конструирует ландшафты, в которые попадает зритель. Вы попадете в такой совершенно новый мир художницы, сконструированный ей, привычный, непохожий. Каждая из этих инсталляций имеет огромное количество отсылок, аллюзий как к другим историческим периодам, так и к разным философским произведениям, произведениям литературы, визуальным произведениям и так далее. На выставке представлены рисунки, эскизы художницы, в которых она как бы занимается поиском формы своих будущих крупных инсталляций. От эскизов, рисунков мы переходим к небольшим макетам, или, как она сама их предпочитает называть, архитектурным скульптурам. Напомню, что Либуллы скульптор по образованию, поэтому скульптура здесь занимает совершенно специальное место. И замечательный наш русский раздел с работами представителей русского авангарда. Вы знаете все эти имена. Это Малевич, Чернихов, Александр Экстер, Родченко, Лабаз, замечательный Иван Леонидов, многие другие. Но что важно отметить, на выставке в Манеже собраны произведения русского авангарда, которые ранее никогда не экспонировались в Петербурге. Они собраны из 16 музеев России: Москва, Петербург, Псков, Екатеринбург, ряд других музеев. Очень интересно увидеть все эти работы впервые здесь, в Петербурге. А между ними, по задумке художницы и по задумке кураторов, возникает такой определенный визуальный диалог, такое визуальное напряжение. Мы можем видеть, что... Причем большинство из этих работ Либуллы сама даже никогда не видела до того, как мы не отобрали их на выставку. Однако тематические и какие-то пластические моменты совершенно очевидно прослеживаются, вот именно диалог между ними. Вернусь к названию выставки, буквально два слова об утопии «Спасенные». Что же за утопия, которая спасает или пытается спасти Либуллу, и мы все вместе с ней? Одним из основных свойств утопии является нереализуемость, да, невозможность, поэтому и утопия, да, место, которого нет. В переводе с греческого любая утопия превращается в свою противоположность, становится утопией, дистопией. И вот это вот пространство напряжения между прекрасными оптимистическими устремлениями, скажем, представителей русского авангарда, представленных вот в галерее напротив, начало 20 века, это 10-е, 20-е, 30-е годы 20 века, и позиции такого современного художника Либуллы, который размышляет как бы...
коллекционирует, архивирует и, если хотите, систематизирует утопические устремления 20 века, в том числе русский авангард, преломляет их в своем творчестве с точки зрения своего творческого воображения, с точки зрения своего как утопического опыта, потому что она сама жила и росла, да, в период становления корейского экономического чуда, за которым, конечно, стояла такая, то, что называлось демократией, на самом деле это была достаточно жестокая военная диктатура. Любул обладает феноменальным кругозором, и нам очень интересно как раз-таки показать ее такой немножко отстраненный, потому что она все-таки человек восточной цивилизации, да, азиатской цивилизации, то есть ее в какой-то степени отстраненный, но все же взгляд на современную симптоматику западной цивилизации. Начну немного издалека и заодно поспорю с организатором выставки. Анна сказала, и это традиционная точка зрения, что утопия – то, что не существует, места которого нет. В действительности утопия – это место, удаленное в пространстве или во времени. Поэтому вот этот взгляд, который нам предлагает Ли Бул, беря, кстати говоря, лучшее советского авангарда и воспринимая, конечно, будущее как то, куда надо в это место захватить все самое лучшее, это вот точка зрения, которая сегодня очень правильна и полезна. В наше время, когда все возможности реальности исчерпаны, надо мыслить в категориях нереальности, в категориях как раз таких футурологических. И поэтому, ну, как мы видим, с эпидемией не справляются, или капитализм здорово зарабатывает на масках, и тогда нужна другая этика, как у Константина Эдуардовича Циолковского, нужны совершенно другие взгляды на будущее. И вот взгляд Ли Бул, мне кажется, очень правильным с такой философской точки зрения. Вы мыслите совершенно верно. Вот только для меня Ли Бул отстала лет на 20-30. Понимаете, так мыслили 20-30 лет назад, как она сейчас мыслит. В ее будущем, во-первых, она действительно не видит утопии, она не видит будущего, она там застряла в дирижаблях прекрасных, замечательных, как в пузырях, и живет. И это большая и важная
сложность восприятия мира азиатской культуры. Как-то мы с вами говорили о том, что азиаты, корейцы, японцы, там, китайцы, они приняли для себя авангард в изобразительном искусстве как русскую часть, как русское искусство, такую русскую миссию, потому что они пропустили эту европейскую штуку. Поэтому, мне кажется, у нее больше ностальгии, а не устремлений в будущее. Может быть, поэтому у нее спасение утопии, потому что она спасает ту утопию, не пытается добраться до светлого будущего. Вот мы с тобой говорили, будет ли в светлом будущем, в той утопии, о которой мы мечтаем, цифровая составляющая. Ты говоришь, конечно, будет. Мне кажется, она в свою утопию не берет цифру. Но здесь есть одна потрясающая работа. «Рамка бесконечности». Вот через какую дверь надо идти. Потрясающая, конечно, работа. И из ряда русских авангардистов мне понравилась очень одна работа Ивана Леонидова. Наверное, она здесь тоже очень уместна, потому что, идя в будущее, мы должны решить для себя, что война – это не способ уйти в будущее. Здесь есть работа, которая называется «Памятник последнему погибшему солдату на последней войне». Мне кажется, это очень здорово. Все же, как ты правильно сказал, мы возьмем в будущее самое лучшее из истории, и вот эту работу надо взять обязательно. А тот портал, он так и называется, «Бесконечность», напоминает мне «Гостью из будущего». Вход в утопию или выход из утопии, кому как нравится. Но в будущее мы возьмем не всех. Это точно.